В главной роли Иосиф Дмитриев. Электронный фотоальбом с таким названием подготовили в Государственном архиве электронной и кинодокументации. Как следует из названия, посвящен он жизни и творчеству известного чувашского режиссера, актера и драматурга. Подробнее о его творчестве в следующем сюжете. Театральный режиссер, актер, этнотеатровед, педагог, поэт, драматург, переводчик. Иосиф Александрович Дмитриев Трер внес значительный вклад в развитие драматургии и кинематографии как в Чувашии, так и за пределами региона и страны. Трудился актером в Чувашском государственном академическом драматическом театре, режиссером-постановщиком в Чувашском ТЮЗе, главным режиссером в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Астане и в других городах. А вот личного фотоархива Иосиф Александрович не собрал. И потому я благодарю архив, Государственный архив Чувашской Республики фото- и кинодокументалистики за то, что они собрали эти материалы по Казахстану, Астана и Кокшетау, где я работал. Я не знаю, по Москве собирали или нет. Я также работал в Мичуринске, в Тамбовской области. Тоже интересные были вещи. А сейчас вспоминать, в общем-то, даже не на что смотреть. Электронное издание состоит из 4 разделов. Здесь собрано около 300 фотодокументов из различных архивов, иллюстрирующих жизнь и творчество Иосифа Александровича с начала обучения в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, его актерскую, режиссерскую, научную деятельность. Увидеть фотоальбом можно на сайте Госархива электронной и кинодокументации Чувашии. Анастасия Лангина, Андрей Шокулев, Республика.